24 июня, небольшое подведение итогов. Сегодня примерно месяц, как пришли матки Бакфаст от Алексея Мамонтова. Так, вот в крайнем двухрамочнике у меня не приняли, погибло. Нет, приняли, была, погибла при облете. Ну, в общем, нет ее. В шестирамочнике семья зимовалая, подсадил хорошо. Ну, а здесь старая зимовалая матка. Кстати, рассеялась очень хорошо. Делал такой же отводок. Рамка расплода, кормовая. Ну, сейчас 10 рамочники, ну, рамок 8 точно пчелы, но она у меня, наверное, так и останется маткой помощницей. Буду раздавать расплод по трем вот этим семьям. Так, вот здесь матка Бакфаст, линия 211, подсадил в семью. Ну, семья уже такая хорошая была. Приняли хорошо, быстро облеталась. Ну, вот вчера я смотрел. Ну, рамки 3 на 4. Но в общей сложности рамки 3 расплода точно есть. Отводочек. Он развивался послабже. Ну, там и пчелы поменьше было. Как бы я немножко упустил. Мало пчелы было, потом усиливал. Но это, ну, как бы время упущено было. Он немножко потише, но, скажем так, две полные рамки расплода, это точно есть. Здесь зимовалая матка, объединил. Вот вчера поставил второй корпус, взял от этой зимовалой матки расплод на выходе, ну и медоперговый. Поставил сюда и вот буду подносить потихоньку, пока у нас медосбор никак не может начаться. Ну хотя бы минуса ушли, по нолям стоит, то хорошо. Вот, про матки Бакфаст. Вот они две как раз вот здесь. Давайте посчитаем. Пришли 22-го. Три дня сидели в клеточке. 25-го. Пока выпустил, пока облетелись. Ну, грубо, две недели, да? 22-е плюс 14 дней. Так, здесь 9 и там 5, то есть с 5 июня матки начали сеять. Ну так, грубо, какая-то раньше, какая-то позже. С 5 июня, сегодня 24, ну пусть 20 дней. За 20 дней, 3 недели, вот эта матка насеяла. Три полные рамки, ну, то есть с учетом того, что после облета, ну, где-то неделю ушло на рассеивание, ну, то есть пока она рассеялась, ну, там, ну, совсем мало расплод. Вот, еще неделю ушло на рассеивание, так вот, за две недели две рамки, а там три рамки, а там шестирамочники, две рамки. Но это, я считаю, от бруска до бруска. То есть здесь выйдет 6 рамок расплода пчелы, а там 4. Ну, я доволен, мне нормально. И еще какое-то, не знаю,
так у всех или у меня такое, поменял матку, семья была агрессивная. Ну, не то, что такая злая, что не пускает на порог. Ну, такая, в общем. Если ставить магазин, то там пчелы много-много придавишь. Вся такая вылазит, рамки не дает брать. Сейчас, ну, уже выходить начала некоторая, по-моему, пчела. Она спокойненькая, тихо ушла вниз на рамки. Ну, то есть никакой агрессии. Есть единицы, вылетают, а маску пьются, но это небо и земля по сравнению с тем, что было. Отводочек вообще тихо сидит, не видно и не слышно. Так что, может, матки так, ну, отводок. Отводок на старую местную пчелу, то есть молодая только-только есть. Единицы начинают выходить. Может, матка так влияет на агрессию, снижает агрессию. Посмотрим дальше, как у нас будут обстоять дела. Ну вот они у меня. Двухрамочник объединил. В желтом матка погибла. И поставил корпус. Я думаю, за пару недель я наберу второй корпус. Там где-то в этом районе зацветет липа. У меня надежды на этот улик. Попробую, как шестирамочники работают. Не знаю. Ну, это семейка. Она еще контрольная у меня на весах. Ну, второй магазин, там как бы нет его, второго магазина. Там стоит рамка с 300-й, ну и заставная. Стоит две рамки и заставная во втором магазине. Ну, то есть магазин, ну вот оно, две рамки, там пленка, все закрыто. Вот. Она своими силами за две недели должна набраться. Ну, корпус точно. Ну, а это матка-помощница у нас будет. Ну, вот пока такие результаты на 24 июня. Месяц. Ровно месяц. После прихода маток Бакфас. Пока меня радует это все. Вон пчелки как летают у нас. 5 вечера. Взятка нет, на весах ноль. Они что-то приносят. Ну вот такой маленький тачок у меня. Я им доволен. Тачок номер 2. Все, всем пока.